Не проскочил. Накануне поздно вечером в центре Запорожья случилось ДТП. Не разминулись два автобуса. Авария произошла на трамвайных путях на пересечении проспекта Ленина и улицы Лермонтова. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что большой рейсовый автобус движется по главной на зеленый сигнал светофора. Микроавтобус пытается проехать на красный. В результате столкновения, впрочем, по словам очевидцев, в этом ЧП обошлось без пострадавших.